Аналитическое решение LuxMS BI может быть встроено в любые внутренние системы заказчика на базе веб-технологий через REST API. Это гибкий инструмент, позволяющий решать широкий спектр задач. На данном примере BI-система используется в качестве встраиваемого объекта. Специальными инструментами мы обрезали левую и верхнюю панель, чтобы система хорошо вписывалась в любой интерфейс, а также вынесли наружу несколько элементов управления для примера – переключатели, фильтры, а также вкладки дашборда. Эти же настройки есть и в управляющем дэше, но при необходимости есть вариант использования дополнительных контролов вне BI-системы. Во встроенном объекте доступен полный функционал LuxMS BI для работы с визуализациями. Можно менять тип диаграмм, разворачивать виджеты, фильтровать весь дашборд нажатием на часть одного из графиков, скачивать визуализации и прочие функции. Скорость работы обеспечивается анализом данных на клиенте и на горячем слое баз данных. Наш клиент позволяет оперировать большими массивами данных на стороне веб-браузера, что экономит расчеты на стороне бэкэнда. У LuxMS BI есть существенный опыт встраивания в другие системы. Личные кабинеты, интерактивные графики, персональные панели на портале и многое другое.